В Черкассах рассматривали дело о заказном убийстве журналиста Василия Сергиенко. Напомню, в начале апреля 2014 года журналиста похитили из дома в Корсуне-Шевченковском, а затем зверски убили в лесу в нескольких десятках километров от города. Буквально две недели назад в Киеве был взят под стражу один из заказчиков, Владислав Мельник. Сегодня суд отправил его под домашний арест. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. В обед возле здания суда начали собираться активисты. Судьи должны рассмотреть апелляцию об изменении меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве журналиста-майдановца Василия Сергиенко. Зараз ключевой кульминационный момент, потому что могут отпустить людину, яка организовывала цей жахливий злочин на замовлення народного депутата. Речь идет о нардепе и владельце крупного агрохолдинга Геннадии Бобове. Активисты уверены, покойный журналист собирался публиковать материалы, компрометирующие олигарха. В ночь на 5 апреля 2014 года Василия Сергиенко выкрали из дома в Корсунь-Шевченковском и жестоко убили. Тело нашли в лесу. На видео следственного эксперимента один из исполнителей показывает, как это было. Здесь голова, здесь ноги были. Все, Федоров сказал... Иди за лопатами. Все, я пошел за лопатами. В тот момент, когда вы уходили, да, примерно что-то делал? Не, он стоял над ним. Вот, примерно вот на этом вот месте, вот на этом вот. Да. Я обернулся и увидел, что у Федорова в руках нож. Вероятного организатора Владислава Мельника, которого задержали в Киеве, сегодня защищают сразу два адвоката. И оба заявляют, подозрения надуманные и требуют сменить подзащитному меру пресечения на домашний арест. Обґрунтованість підозри має полягати в тому, щоб були розкриті ознаки. Це не можна вважати належним і допустимим доказом. Гособвинитель отвечает, освобожденный Мельник может помешать следствию. После долгих дебатов суд отпускает Мельника. Содержание под стражей ему заменяют круглосуточным домашним арестом. Записати Мельника, з'являтися до слідчого. Занесли, брати. Занесли. Звичайно, розчарований, але не можу оцінювати рішення суду. Рішення апеляції не оскаржується, є остаточним. Тому... На активистов все же решили оспорить решение, заблокировав и судей, и подозреваемого. Блокада продолжается и сейчас. За это время прокуроры успели предъявить Мельнику новое подозрение. И, скорее всего, его, похоже, оставят под стражей. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы.